Привет, здесь это Дарк Ридл, и сегодня мы продолжим проходить сюжетные миссии. По 5 миссий в каждом сюжете, и сегодня сюжет Хэллоуин. Первое задание у нас — напугать до мурашек. Поехали! Ай-яй-яй, какой негодник этот сосед. Проберитесь в дом соседа и напугайте его. Надо будет отомстить за наших дедулек и за Питера. Ого, летающая тыква. Она еще и светит. Это, видимо, патруль. Призрачный патруль, тыквенный патруль. О, надгробья, летучие мыши, черепки. И бабьяга. Ну, это ведьмы, скорее всего, на медле. Сосед, ты подготовился к Хэллоуину? Ну, я уже вижу, что подготовился. У него тут саркофаги всякие. Яблоки бутафорские или нет? Ну-ка. Не, настоящие, прикинь. А здесь что, метла? Тыква с ножом, глаза. Ужас. А это что такое? Это тоже глаза. Разбей стекло. Да вообще в легкую. Сейчас я только посмотрю, сосед ушел. Он где тут шлялся? Да, он ушел, можно бить стекло. Да, как-то слабенько вышло у меня. Давай помощнее. Вот это я понял, вот это другой разговорчик. О, смотри, балеринка наша убегает. Быстрее щемимся от нее. Хоть она и балеринка, но может тащить так знатно. Давай-ка его с него прорвем. Ах, поймал, поймал. Ну ладно, 30 яблок я потрачу. Враг оглушен, бежим. Вламываемся к нему в дом. И ищем кошку, которую нужно заставить мяукать. И не представляю, как мы можем напугать соседа мяуканьем кошки. Кстати, она, по-моему, на втором этаже в его спальне была, да? Точно, нам нужно в его спальню. Ой, здесь что, бардак. Ну, тут всегда бардак был. Хожу, рассказываю тебе, как будто у себя дома. Вот она, кошечка. Кошечка, мяукай. Я ее тыкаю пальцем, а что-то ничего не происходит. Наконец-то ты пригодилась, кошечка. Но она не мяукает. О, замяукала. Заставь сработать камеру. Ой, да это вообще легко. Только надо понять, где они. По-моему, на заднем дворе камера висела. Он их туда повел. О, у него тут кладбище целое, офигеть. Вот это он устроил тут Хэллоуин. Вот камера, отлично. Эй, камера, я здесь. Нас запалили, включи воду в ванной. Но это тоже изи. Пробираемся через второй этаж. Сосед как раз только подбежал на задний двор. А мы уже внутри, не успевает за нами. Мы шустрые. Где тут вентиль? О, для меня специально здоровенный вентиль сделали. Серьезно, тебя так легко довести? Отличная работа, сосед уже дрожит. Попробую собрать пугало. Вот елки-палки, моталки, ешки-таталки. Питер, выручай, мне нужна голова для пугала. Может, и вот это бы тоже подошла, но налетающая. Так, значит, давай возьмем пестик, попробуем этот призрачный патруль поймать. Получится? Нет. Ой-ой-ой, что это такое? А, меня поймали. Давай откупимся. 30 яблоками. Летающий патруль, надо от него щемиться. Он с полисменом заодно. А вот, кстати, и башка пугала, отлично. Да блин, опять поймал. А я опять откупился. Хо-хо-хо, благо у меня дофига яблок. Тело, соломенное тело, ну где же ты? У мистера Брэнси всегда что-нибудь найдется. Давай пошаримся здесь у него. О! Я думал, это малинка лежит, а это тело соломено. А вот и теперь ноги надо найти. Я их, кстати, видел. Надо было сразу подобрать. Вот здесь вот. Вот здесь. Вот они, ножички эти. Стоят, ждут нас. Забираем. Поставить пугало в кладовой. Блин, меня запалили. Полисмен за мной бежит. Сосед, я тебе тут такое притащил. Так, я не понял, что в душе моется? А, нет, это я ж воду включал. Время вышло. Ладно, купим мы за 25 яблок еще время. Какой рубильник. Вот тут вот, видимо, чучело у нас будет стоять, да? Выключи свет, пугало собрано. Ну ладно, выключаем. Беги домой. О, как темно у него тут стало. Все, я валю домой. Сейчас сосед точно обосрется. Thank you.
изменить ингредиенты и заставить своего соседа попасть в котел. Найти зеленое зелье. Будем сейчас зелье варить из соседа. О, пойдем, пойдем. Тут две камеры стоят на входе. Возьмем побольше яблок, сейчас закидаем их. Или может по стелс пройдем, не знаю, проверим. Ну-ка. О, нет, нас спалили. Ладно, тогда сейчас в носяру соседу зарядим яблочком. Отведай красненького, бежим. Вламывайся. Я уверен, что зелье у него где-то в доме. Потому что в прошлый раз я когда бегал, видел тут какие-то скляночки разные. На кухне есть что? О, гляди, есть. Но не зеленая. А нам нужна зеленая скляночка. Забираем. Весь дом вверх дном поднял. Где зеленое пойло? Зелье это. Куда его засунули? А, о, нашел, нашел. Масло. Да идти, колотить, стрелять. Короче, я задолбался искать масло, попросил подсказку. Сейчас мне зеленая стрелочка покажет, где она. Здесь? Офигеть, я бы сам никогда в жизни не нашел это масло. Найти пилу. Мистера Бренси, у него по-любому что-нибудь валяется. Мистер Бренси, у тебя тут завал всякого ненужного барахла. Есть пила, а? По-братски. Черт, здесь камера? Откуда камера? Сосед, походу, поставил. Стрелять, колотить. Так, значит, давай мы попробуем камеру вырубить яблоком. Бабах! 5 секунд у нас есть. Ищем пилу. Она по-любому здесь, раз камера висит. Пила, пила, ну где же ты? Вот она пила. У игрового автомата стояла. Все, бежим обратно на базу к соседу. Там надо что-то отпилить. Ох, сейчас повеселимся. Короче, здесь нужно вот ножку лесенки отпилить. Есть. Что теперь? Сюда что-то кинуть, видимо, надо или встать. Черт, нас запалила камера. Берем, значит, все зелья и кидаем. Ага, понятно, что-то не кидается. Сюда, наверное, вкинуть надо. Масло пролили, хорошо. Теперь все сюда закидываем. Собирай золотые кольца, чтобы победить. Это что за Гарри Поттер начался тут такой? Блин. Это получается просто кольца собрать? И все? А как же гонки с соседом или что-нибудь такое? Ну это скучно просто кольца собрать. Даже нет никакой погони, интриги. Давай я сделаю, знаешь что? Магию сотворю. Раз, два, три, финал меня перенеси. О, все, мы в финале. Еще пару колец. Готово. Я собирал кольца, чтобы браслетики из них сделать. Оживи мумию. Ну это вообще сногсшибательно, это круто, мумия и Хэллоуин. Найди гравипушку. Ох, я знаю где она у Питера, возле коровы лежит. Так, ну вот знаешь что? Я не понимаю, зачем сосед тащит себе в дом всякую фигню постоянно. Ну ладно, сейчас разберемся. Значит, вот гравипушка. Хватаем ее. Найти кристалл. Да ё-моё, найти кристалл. А, балерина, балерина меня достала, она застала меня. Бежим от нее, щепимся, я не хочу заниматься танцами. Пока наматывал от балерины круги, нашел мистер Цао кристаллик. Припрятал такой его у себя. Используй гравипушку. Так я использую, она не используется. Может, он сломан? Что за туфту мне подсунули? В руки так не берется. Гравипушка не работает. Ну, о, наконец-то! Найти лом. Я даже догадываюсь, где он может быть. У мистера Брэнси, конечно же. Там мы пилу подобрали, соответственно, и лом найдем. Пойдем к нему. Черт, балерина и сюда добралась. Вламывайся, мистер Брэнси, где у тебя тут лом? Лом, лом, нужен лом, срочно. Так, перепрыгиваем, чтобы нас не схватили. А балерина не такая уж и юркая. Мистер Брэнси, ну где же лом? Вон он, я нашел, нашел. Он у него вот тут лежит, смотри-ка. В его тележечке. Найти ключ. Какой ключ? От чего? Ненавижу такие задания. Например, найди мяч. А какой мяч, баскетбольный или футбольный? Давай подсказку возьмем. В спальне соседа этот ключ находится. Все, ок, я понял, значит, бежим туда.
ключик, 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 наверное, от двери. Ну, конечно, от двери. А что еще открывает ключи? Ну, вообще-то еще замки и вообще-то еще сундуки. Открыть двери в комнате саркофаг. Ого! Вот что за ключ я чего. Открыть саркофаг. Сейчас топрем. Оживи мумию. Ё-мой, там сосед мумифицированный лежит. Надо за кристаллом сходить сейчас. Я кристаллик оставил на диванчике. Сейчас я за ним сбегаю. Сосед поднимается наверх, но у меня есть коварный план, смотри. Вот он, сосед, а я прыгаю в камин, как Дед Мороз. Через камин убегаем от него. И вот здесь вот у меня брюлик мой лежит, кристаллик. Мне нужна твоя сила, пойдем скорее наверх. Там ждет тебя мумия. Надеюсь, это сработает. О, черт, застрял походу. Нет, я не хочу застревать, ну же. О, наконец, высвободился. Этот чертов кристалл меня стопорит. Это все из-за него. Все, кладем кристаллик. Свари зелье, чтобы оживить тыквы. О, да, такое я люблю. Добыть ведро, ну уже добыл. Набрать воды. Воду наберем в бассейне, благо там ее дофига. Скорее, скорее. Там и стрелочки, смотри, здоровенные нам показывают. Типа, иди сюда, здесь набирай. Вода почему-то заледеневшая, я по ней хожу, как по тонкому льду. А как воду набрать? О, набрал воду и упал под лед, как бы, да? Разморозил ведром все это водяное пространство. Так, все, сейчас надо забросить в этот казан. Давай, впихивайся. Выливайся туда. Ну же. Такое ощущение, как будто я потушил весь этот казан. Добыть какашку. О, начинаются старые трюки. Мы это уже проделывали. У коровы куча навоза, там сейчас и стрельнем какулю. Конечно же, взять нужно пестик, потому что какашку в руки мы брать не хотим. Берем теперь какашку. Давай. Вот. И тащим все в казан. Зелье-то получится вонючее. Чуть меня призрачный патруль не спалил. Несу-несу кокулю. Вонючую кокулю. Погоди-ка. Я кое-что увидел. Что это чупик? Чупик кто-то тут обронил. Но меня спалили. Валим отсюда. Скорее бежим. Бежим, бежим, бежим. Вкидываем этот навоз. Найти зелье. Зелье, мы уже знаем, что они у соседа в квартире хранятся. Пойдем заберем. Наверное, на кухне, как обычно, да? Так, там нету. А, вот, справа. Во, точно. Скляночка с зельем. Добыть леденец. Это тот чупик, который сейчас запалил. Как удачно я его впалил. Пойдем скорее за чупиком. Леденцовский. Сейчас у Мэри отберем. Чупа-чупа-чупс. Она, кстати, тоже этот леденец грызет. Возьми тыкву. Черт, меня опять спалит. Да что ж такое-то? Почему меня все палят и палят? А где тыкву, кстати, достать? Возьми тыкву. Такие простые. Давай, короче, купим подсказку. Возле ЦАО. ЦАО опять заханыкало себе все самое интересное и важное. ЦАО, ё-моё, то кристалл, то тыква. Вот она, кстати, тыковка лежит. Здорово, ЦАО, ты задолбал все грибастость себе самое интересное. А давай все ингредиенты... меня поймали, ну капец, откупаемся. Добавить все ингредиенты нужно в казан. Сейчас все вкинем. Я так полагаю, очередности никакой нету, да? Без разницы, что кидать. Значит, ладно, начнем тогда с тыквы. Тыква, отправляйся в чан. Теперь чупик. И зелье. Готово. Победа! И одна звезда, и 29 яблок. Еще есть сундучок бесплатно. Давай откроем, посмотрим скинчик. Что там у нас? Заключенный. Ну, балерин мне все равно больше нравится. Ну а на этом все. Если понравилось, то не забывай ставить лайки под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. Увидимся, между прочим, на них. Так что до встречи.